сцены одни только старухи да уроды. А скорее вы встретите рогатую кошку, чем постоянную женщину. Позвольте, так кто же, по-вашему, верен и постоянен в любви? Не мужчина ли? Да, с мужчина. Мужчина? Мужчина верен и постоянен в любви? Скажите, какая новость? Мужчины верны и постоянны. Да какое вы имеете право говорить это? Коли на то пошло, так я вам скажу, что из тех мужчин, каких только я знала и знаю, самым лучшим был мой покойный муж. А любила я его страстно, как может любить только молодая, мыслящая женщина. Я отдала ему свою молодость, счастье, жизнь. Я молилась на него, как язычница. И что? Этот лучший из мужчин обманывал меня на каждом шагу. После его смерти в его столе я нашла полный ящик любовных писем. А при жизни, ужасно вспомнить, он оставлял меня одну по целым неделям. На моих глазах ухаживал за другими женщинами и изменял мне, сорил моими деньгами, шутил над моим чувством. И несмотря на все это, я была верна ему и постоянно. Мало того, он умер, а я все еще верна ему. Я похоронила себя в четырех стенах и до самой могилы не сниму этого траура. Траур? За кого вы меня принимаете? Точно я не знаю, зачем вы носите это черное домино и погребли себя в четырех стенах. Еще бы, это ж так таинственно. Поэтично. Вы погребли себя заживо, однако ж вот не позабыли. Напудриться! Что? Да как вы смеете говорить со мной таким образом? Не кричите, пожалуйста, я вам не приказчик. Не я кричу, вы кричите! Извольте убираться вон! Заплатите мне деньги, и я уеду. Не дам я вам денег! Нет, сдадите. Вот назло же, ни копейки не получите! Извольте убираться! Я не имею чести быть ни вашим супругом, ни женихом. А в том, пожалуйста, не делайте мне сцен. Вы я этого не люблю. Сели! Сел. Я не привыкла разговаривать с нахалами. Извольте убираться вон! Отдайте деньги. Ах, как я зол, как я зол. Стало быть, не уйдете, нет? Нет. Хорошо. Лука! Выведи этого господина. Сударь, будьте добры, уйти, коли барыня приказывает. Молчать! С кем ты разговариваешь? А? Я себе салат сделаю! Дурно! Дурно! Воды! Воды! Ой, где же Даша? Даша, Даша, Пелагея! Даша, Даша! А Марине нет никого. Все по ягоды ушли.